Другим темам. Мощные ливни и сильный ветер обрушился на Омск накануне вечером. Многие дороги оказались залиты слоем воды в несколько десятков сантиметров. Ее уровень доходил автомобилям до госномеров. С городского киноцентра сорвало вывеску. Она рухнула на припаркованные машины. Никто не пострадал, но технику серьезно повредило. Вода проникла и в здание, подтопила как общественные заведения, так и квартиры в многоэтажках. Впрочем, для некоторых горожан ливни стали поводом повеселиться. Они устраивали шуточные заплывы по дорогам и фотографировали друг друга. А кое-кто попытался подзаработать, продавая дождевики втридорога.